Что-то у нас нифига не выходит. Одному легче играть, да, братан? Да я бы не сказал. Просто что-то попадаются какие-то. Я прям, я не знаю. Супер игроки какие-то непонятные. Ну да, да. Ха, спасибо, конечно. Но я бы сказал, лучше слабое звено попадается тебе в данный момент. Этот туман, да, такой? Я только хотел сказать, я первый раз такое вижу вообще. А прикинь бы, ночь сделали, да? Время суток. А чё нет, блядь, просто тупицы там, блядь, зажрались. Уже давно ночь пора сделать. Не, ну я не имею в виду, что прям ночь, да, а чтобы само менялось. Время суток. Ну или так, чё, блядь, первый раз, что ли? А вообще, рандомно, знаешь, ну вот так же, как иной раз там на викенде там день, иногда ночь же, да? Ну и так же и в других зонах. И ну, соответственно, и геймплей, блядь, другой. Было бы интереснее, конечно. Это нам надо быть разработчиками, блядь, а не им. Ага. Сука, услышит нашу катку, нет? Не знаю, если топ возьмем. Нихуя, у них все записывается, братан. На орбите летает большой космический корабль, там вся информация.
Пиздец, в натуре туман, да? Чё за хуйня? Синий туман похож на обман. Не, ну другое дело, да, скажи, новые впечатления просто как-то интересно даже, блядь. Мы уже не видим вон ту гору, блядь, там пиздюк сидит, не сидит, ну. Но я бы и без тумана тоже не увидел бы. Ни одной снайпы нету. Я нашел только мини. Ну и то пока что для себя. А, братан, возьмешь? Тоже хороша. Потом, может, подберется что-нибудь еще. Короче, что вторую нашел. Я не буду менять метку, найдешь? Да. В ангаре. В большом. Чё? Я думал, пиздюк здесь. Я говорю, я тебя так далеко слышу, это пиздец. У тебя прицел какой? Четвёрка. Шестёрка? Четвёрка. У тебя на мини есть этот быстрый магазин? Большой магазин. Большой просто? Ну да. Все, поехали.
путешествовать. Ну, это как обычно. Чуть не легли, да? Что такое? Ты опять раньше времени пришел? А у меня эта сеть лагает. Тебе четверка нужна? Не-не, прицел у меня есть. А голограф? Ты чё у тебя? У меня вообще этот как его, блять, юмпик, юмпик. Голограф тебе надо или у тебя? Сейчас будет большой бабах. Ну, вот почему. Я иду, иду, ты что-то далековато. Я их уже на полку навалил.
дыры спускались. Еще один. Тетя, сука. Видишь его? Что-то убил? Да. Классно. Ай, блядь. Еще один. У меня опять бронежилет. А. Ну иди у него посмотрим, блядь. Одного убрал. Короче, еще что-то есть. Куда будет, куда откажу? Убил, блядь. Ты нет, человек. Мини-4. Я знаю, тут уже одни человеки остались, блядь. Еще 20. Нету автомата. М16. Да, далеко бежать. Аирдроп тут по дороге валяется. У него 416 было, блядь. Ну ты забрал? О, 15-е. X15. Да ты чё? А ты записываешь? Я в прошлый раз не подсмотрел, блядь. Глушитель возьми и бронежилет здесь. Я записываю. Только удастся ли мне пострелять? Вот вопрос. Не говори, как в прошлый раз. Сейчас не добежим. Сейчас еще не добежим. Мало просто. Чё? Лечение мало, что ли? Медиков. Ну, три средних, одна большая.
Винтов нету. Если что, большую использую, короче, да и все, чтобы полная была. Сейчас. 15, это так похуй. Удобно. Да, сразу так это увеличивает. О, машину вижу, машину. Давай, беги, а я подключусь. Кабриолет. Сейчас, сука, опять другая волна пойдет. Ай-яй-яй. Выбирай, выбирай дорогу, найдет. Да все, надо выходить. Надо в дом. В дом какой-нибудь. Она меня ранила, и че, сука, ебаная эта машина. Как всегда тормоз. Кто-то не нажал какой-то тормоз, не нажал тормоз, блядь. Ха-ха. Наверное. Я вижу. Ты уже убил? Да. Мне срочно бронежилет нужен, хотя бы бойка. Иначе я сдохну. О, я нашел, все, я нашел. Разбили. Надо уходить, уходить, надо в зону. Четыре человека, четыре пиздюка осталось. Бой, бой. Ну, не, я бой. Понимаю. Это я понимаю, что такое. Я в общем тоже. Мы же для них тоже пиздюки, поэтому... Думаешь, они так о нас думают, что ли, блядь? Конечно. А ты думаешь как-то иначе? Вот суки, блядь. Нет, они думают, о, хорошие какие эти, блядь. Это очень умные, расчетливые, блядь, скоты. Что-нибудь такое. Дырочку залез, пролез. Ты слышишь кого-то, нет? Кого? Кого слышишь? Я говорю, вообще ничего не слышал, блядь. Нет. Значит, я тебя слышу. Эй, дождь, 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 дождь. Вот где? Ну ты победишь, если меня убьют, да? Ха-ха-ха. Ага. Я один раз... А, нет, два раза выстрелил из этого.
АВМ, пятнашки. Пятнашки? Уже приятно. Убил? Ну да. Заебись вообще, я посмотрю прям. АВМ и пятнашки, это же заебись. Это вообще оригинал, я хочу сказать. Такой даже у Шумара нету, блядь. Ай, бля! Ой-ой-ой, блядь. Насы... Ой, блядь. Куда они стреляют? Я понял откуда, ладно. Сейчас граната, братан, прилетит. Ошибка метки, осторожно. И калаш, пиздец, жопа. А ну нахуй убери, лучше с калаша одиночными. Топ-2.